На ремонте вот такая машинка Сайка. Это кофемашина Сайка. Вот такая модель. Значит, что не может сфокусироваться. САП 032 AR, AR 1500 ватт. Но, наверное, модель вот эта Vio Torella 240. Vio Torella. Значит, постоянно течет, особенно когда с холодной включаешь на прогрев. Здесь очень много воды и, в принципе, не видно откуда. Как можно, что можно сделать, чтобы посмотреть, откуда течет? Значит, можно поставить магнитики. Причем поставить, видите, у меня открыто, контейнер отсюда вытащен, она все равно зажигается, потому что я поставил. Значит, один магнит стоит вот здесь. И он подходит вот к вот этому пупку. Сейчас постараюсь вам показать на свету. Вот здесь такой отросток. И я прилепил к нему двухсторонний скотч и неодимый магнит от... Если у вас есть магнит неодимый или какой-нибудь сильный магнит, подставляете, и он вместо этого работает магнитика. И вот сюда надо еще один неодимый магнит. Для такой цели у тарелочки, у контейнера, у вот этого контейнера, вот здесь стоит магнит. Вы когда его ставите, он там соединяется. Поэтому я вот взял еще один неодимый магнит приблизительно. Он там подставляете, он реагирует, и чтобы он, но он не цепляется, или на двухсторонний скотч, или вот я так, чтобы он не сползал, на нож прицепил, или туда тоже двухсторонний скотч и в то место не одеваем, и все. Тогда вот в таком состоянии, в открытом, видно, где же здесь протекает. Протекать может или вот в том месте, вот там вот, и вот там, видите, белая штучка, белый пупок такой, на него наезжает, и там может протекать. Или вот, вот здесь, в моем случае вот здесь, вот эта серая штука, это клапан, взрывной клапан. Сейчас я открою, вытащу, покажу вам. Это предохранительный клапан. И если его вот, и прямо шпарит вода вот отсюда. Если его вот так вот против часовой стрелки, вот это вынимается. И здесь есть пружинка. И вот, вот такая мембранка. Через мембранку протекает, значит, пружинку снимаем, чтобы не потеряли. И просто... вращая, можно выдернуть. Вот здесь эта мембрана застыла и порвалась. Вот так вот, видите, она тупо разорвалась. Должна быть целая. Стоит недорого. Ее нужно поменять. Поменяем, и будет вам счастье. Вот это не знаю, это входит в состав мембраны или не входит. Ну вот, причина протекания. Значит, сама мембранка стоит недорого. Не знаю, отсоединяется она от вот этого железного каркаса или нет. Сейчас посмотрю. Меняем, и все, и протекание устранили. Так что
Смотрите, даже такую технику можно самостоятельно отремонтировать. Заказываем. Смотрела, что-то около $1-2 стоит такая мембрана. Это мембрана клапана кофемашины разных. Они подходят на разные. Ну, вам, в вашем случае Сайка, ну там еще список есть, и все они одинаковые. Заказываем, ставим и пробуем.